Строительство школы в Новой Самаре идет полным ходом. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой. В будущем учебном заведении укладывают плитку, штукатурят стены, а после прокладки коммуникаций приступят к отделке потолка. На сегодняшний момент заканчивают устанавливать витражные окна. Проверить ход строительства на площадку приехала глава Самары Елена Лапушкина. То есть вот везде на уже плитка, это вот все за неделю произошло. То есть за осень порядка 1000-1500 в день плитки вот в таком состоянии у нас. Ну, вот там в первом блоке, да? Это первый, А, Б, В, вот мы прошли с блока В до блока, это вот центральный блок Е. Сейчас работают над системами вентиляции, дымоудаления и электроснабжения. Не забывают и о внешней отделке. Закончили утепление фасада и в ближайшее время приступят к его покраске. Покраска будет в соответствии с проектом, который утвержден и согласован. Единственный момент, сегодня было принято оперативное решение, не дожидаясь прихода заказанных дверей на объект. Здесь 35 дверей по внешнему периметру здания. Не дожидаясь его, осуществлять уже покраску основных фасадных стен, не затрагивая обналичник этих входных групп, которые будут сделаны позже, и, возможно, им придадут некие цветовые акценты. Параллельно занимаются благоустройством прилегающей территории. Здесь планируют возвести несколько спортивных площадок для футбола, волейбола и баскетбола. Новая школа станет ярким и функциональным комплексом всего микрорайона. Мария Левина, Василий Колдашов, Константин Головин. События.